Так, всем привет, с вами Спанч Бук. Сегодня мы играем в игру под названием Sound of Murder. Программа наша игра, где вы играете за какого-то пиксельного человечка. Надеюсь, я думаю, что вы видите, что не пиксельно все это. Ну, что-то такое видео. Прикол в этой игре в том, что вы здесь очень похож на человечка, который был в игре, где нужно было очень много хакать. Он очень похож на того человечка. Эта игра коротенькая довольно-таки. Но в этой игре нам нужно будет убивать курильщиков. Так говоря, типа симулятор убивания курильщиков. Так, ты много курил, ты должен умереть за это. Понимаешь? Ну, тут всякая фигня, когда говорят... Типа, что как бы они очень много гонят, они очень много вызвали делать. Так, здесь человек не боится, но если я убью этого человека на свету, то вот он пугается. Ну, девушка, да, это девушка. Нет, это мальчик. Человек. Да. Мужчина. Так, что он уходит? Или она уходит? Все, где он может умереть? Наш волотёк не нашёл. Причем у тебя есть не сюжет, но можете его на полу и даже скопировать. Да, ты говорил очень много, и ты будешь за него подыгрывать, понимаешь? Нет, сдохни. А вообще, войны видел, и уже все. Ай, ты не прыгаешь. Ай, блин, это была плохая идея. Иди, иди, пойди. А, Мэлик, ай, блин. Все. Вы курили очень много, вы должны загрузить. А их там уже принес. Так, здесь курильщик человек. Он рабочий. У нас вроде надо убивать рабочего. Он же работает. Ладно, давайте выключить свет. Ассасин. А, свет выключу. Все, надо плевать. Я еще дальше буду. Эй, чувак, выкачу себе, да, мне плевать, давай покажу. Чувак, ау, почему ты молчишь? Чувак, чувак. Так, куда пропал? Полицейский, я думаю, не следует. Но он, в принципе, не курильщик, он тебе ждать. Паш такой. Я убиваю курильщика. Эй, чувак, там свет выключил, пойдем посмотрим. А, да, пойдем. Эй, мне смерть. Давай, курильщик. Есть пара, которая имеет, но умеет, так и вниз. Мостик. Ничего такого. Ты куришь, ты должен погибнуть. Что, может, что-нибудь в комнате есть? Смысл, зачем он в комнате? Смысл было в комнате есть, но... Учиться. Вообще, капец, как он курит. Так, офицер, вы курите, вы должны умереть. Так это посмел меня выстрелить. Не, спасибо, я не буду вас пытаться убить. Стреляй мне. Чувак, ну что ты, сволочь, меня стреляешь, а? Я неубиваемый, ты это понимаешь? Оу, что-то больно. Значит, живой, ты это понимаешь? Понимаешь, что меня выстрелил сколько раз, я еще живой, у меня даже брони нет. Да, понимаешь, кто? Да, ну почему ты не смог? Ты же выжил. Все? Ладно, игра была коротенькая, как и вот этот обзор. Игра довольно-таки атмосферная такая. Прикольно, довольно-таки, но очень коротко. Ну, в принципе, это все, что я мог сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Спанч Боб, и всем пока, да.